Современная Винновка, расположенная на Волжском берегу, хорошо известна не только жителям Самарского края, но и далеко за его пределами. Не зря открывшийся здесь по указу Священного Синода в 2006 году Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь называют Волжским Афоном. Сотни паломников, православных и просто интересующихся историей родного края людей приезжают в обитель. По благословению владыки Сергия в 2013 году в монастыре открыли филиал Самарского епархиального церковно-исторического музея. В нем два зала. В первом показана история самарского монашества. Во втором – меняющиеся тематические экспозиции. В конце лета 2019 года здесь работала выставка, посвященная 70-летию самарского художника Валерия Самаринкина «И исчезнет след мой в конце пути». Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто приехал на эту выставку, откликнулся приехать в качестве памяти моего отца. Винновка – это очень знаковое событие, сделать выставку именно здесь, в Винновке, потому что мой отец всю жизнь жил здесь, он работал здесь, и настолько проникся атмосферой и любовью к этой деревне, что я даже приезжая сюда каждый раз летом, я слушаю тишину, смотря на Волгу, я представляю, что я разговариваю с моим отцом. Спасибо. Мастер очень интересный, красивый и думающий, главное. Вот посмотрите, любая работа, она с мыслью с какой-то. Не просто с натуры нарисована, а еще чуть-чуть поглубже. Вот это самое главное у художника. Открытие выставки, на которую пришли друзья художника, получилось очень трогательным. Много эмоций и воспоминаний вызвал фильм, собранный из семейных съемок разных лет. Я Валеру знала очень давно. Мы еще работали в художественном фонде, еще в советское время. Была такая организация при Союзе художников
России, тогда еще Советского Союза. Вот. И мы работали на одном этаже и очень тесно общались вот с Натальей Самаринкиной и с Валерой. Для меня, например, вот эта семья была что-то единое. Вот Наташа и Валера это было единое целое. И когда Валера не стала, для меня это просто было горе, потому что мы близко дружили. Ну, если говорить о характере Валеры, то это был добрейший человек. Я просто добрее людей вообще не встречала. И, конечно, вот эта выставка, это она поднимает все воспоминания о Валере. Еще очень такая важная черта Валеры, которая характеризует его. Это необыкновенный талант, просто дар Божий, как будто Боженька поцеловал его. Чем бы он ни занимался, это все было очень талантливо. И это еще как бы вот усиливает скорбь о нем, несмотря вот на те годы, которые прошли, что умер талантливый человек. И сколько бы он еще мог создать. Акварели, они необычные. Здесь очень сложная техника, здесь много слоев, здесь очень много работы с бумагой, зачастую даже не просто бумагой. Он царапал лезвием, он отпечатывал какие-то листы бумаги, тряпки, тут соль, тут чего только нету. И вот этот вот сложный эффект, который сначала кажется, такие они призрачные, да, вот эти храмы, когда смотришь фотографии того времени, ну вот мы смотрели фильм, вот так и есть. Вот, ну правда, он просто ловил эти сложнейшие состояния. И вообще, конечно, он певец вот этой своей родины, Волги, а вот эти вот его волжские рыбы потрясающие, просто невозможные. Здесь не вошли, потому что небольшой зал. Я видела огромные натюрморты на фоне Волги, на столе выловленная свежая рыба или там с цветами. Красота невозможная. Меня как художника будоражит даже просто вот я смотрю, мне хочется сразу бежать, писать, ну, в своем стиле, но вот сюжеты и вот эта вот энергия очень потрясающая, очень сложная и тонкая, и заставляет подумать о многом. Винновка стала родной и близкой многим самарским художникам, поселившимся здесь в конце прошлого века. Центром села, его доминантой, тогда была заброшенная церковь Казанской иконы Божьей Матери, которую художники всячески оберегали, заколачивали двери, чтобы коровы не прятались там от летнего солнца, а затем и добились ее восстановления. У него, конечно, Винновка как большая тема для вдохновения, как малая родина, но церковь Винновки, она некий, знаете, как невидимый град Китеж. Вот это вот как бы неведомая жизнь по ту сторону тумана, по ту сторону воздушного пространства какого-то такого тихого, она была увидена им, она была запечатлена им, и он созерцал ее, потому что всем его акварелям присуща созерцательность. То, что не характерно для нашего времени. Когда человек не спешит, приостанавливается невольно,
Он не философ по образованию, но он философствует на тему человеческого бытия или бытия пространства, мира созерцания всеобщего. Вот мне кажется, это самая главная составляющая его такого утонченного, я бы сказала, поэтического искусства. Каждый пейзаж, каждая акварель, они одухотворены, они превращены в некие символы. Церковь возможно назвать символом всех как бы сожженных соборов. Я вообще говорила о том, что художники были первыми паломниками в 20 веке. Они первые открыли красоту силуэтов соборов, монастырей. Они первыми постарались запечатлеть эту тропу, дорогу к храму. И вот Валерии удалось это. Родился в Самаре. Любовь к прекрасному, любовь к искусству, я думаю, что она была в нем уже заложена с самого рождения, потому что он родился в не очень благоприятной семье. Он вырос без отца, только с мамой. У него были все шансы стать хулиганом, но он сказал нет. Он сказал нет, и он действовал как бы руководясь своей любовью к прекрасному, к искусству, и сам нашел художественную школу, куда благополучно он отправился, а потом уже художественное училище в Пензе. Ну, сам построил свою жизнь, свою судьбу. Я считаю, что это было так. Никто его не вел, он сам. В Пензе он познакомился с моей мамой и переехал в Самару, поскольку он был из Самары. Потом родилась я. Когда мне было 4 года, он купил дом в деревне, вот именно вот в Винновке. И потом вся судьба как бы изменилась, и вся жизнь его была слитна. Единые вместе с моей деревней. Можно писать красками, используя кисть, можно писать мазками. Но высшее, мне кажется, для акварелистов является то, как пишут цветной водой. Вот это у него цветная вода, она то осенью какая-то коричневая, цветов палой листвы, то эта вода вдруг растекается каким-то серебристым туманом и какой-то вот осенней дымкой. И у него вот эта цветная вода, она, конечно, завела его в зазеркалье, совершенно в иной реальности, в другое пространство. По роду своей профессии, как искусствовед, историк искусства, вот, историк культуры, я люблю наблюдать художников. И у некоторых, конечно, в конце 80-х, 90-е годы просто поменялось выражение лица. Многие остались невостребованы. У многих появилась, знаете, печать, депрессия. Вот мне Валера запомнился прежде всего улыбчивым человеком. Несмотря ни на что, он всегда выступал, конечно, на областных выставках с графикой, с акварелями, но как-то я его встретила возле почтамта, он нес подрамник, и на подрамник были закреплены куски шелка, он рассказывал, что осваивает батик. И такой вот этот вот позитив, эта увлеченность новым, интересным, это навсегда просто запомнилось. Последняя вот такая встреча, одна из последних, она просто заставила поверить в оптимизм его искусства. Мой отец был всегда экспериментатор, он экспериментировал, он искал что-то новое и все время пробовал себя как художник по металлу, пробовал батик, от чего тоже я батику от него унаследовала, любовь к этой технике. В керамике он себя пробовал, но я в основном
как бы продолжил эту керамику, он не успел, потому что это очень действительно сложный такой процесс. Отец был прекрасный акварелист, я занимаюсь керамикой и батиком в основном. От моего отца я получила самое главное и основное – это мышление и отношение к миру. Всегда он говорил мне: делай сегодня то, и как можно больше успеть сделать сегодня, и не откладывать на завтра, потому что неизвестно, что завтра будет. И я как бы стараюсь следовать вот такому как бы правилу или девизу моего отца. Потому что мой отец был именно такой. Он делал все, что возможно сегодня. От отца взяла его любовь к жизни, отношение к жизни. Он был потрясающий, добрый человек. Одним из его девизов было относиться к людям так, как если бы ты хочешь, чтобы к тебе относились. И мне кажется, это правило, нужно следовать всю жизнь этому правилу. С этой деревней, расположенной на берегу Волги, связана вся его жизнь. Винновка – это мечта, это рай, это счастье, переполняющие эмоции, это встречи, друзья, художники, которых эта деревня покорила до самой глубины души и никого не оставила равнодушно. Это грусть, печаль со слезами на глазах, это невероятная тоска и одиночество зимними и холодными вечерами. Это теплая печь в избе, об которую можно погреть руки после возвращения с улицы морозным вечером. Это сумерки, это треск горящих поленьев, это запах костра, это сильный ветер, приносящий степной воздух с многообразным ароматом свежих полевых трав, это запах свежести и приятной прохлады с Волги. Это аромат жизни, наполненной жизнью. Это жизнь и это смерть. В этой деревне собралось все. Это мир, остановившийся во Вселенной, и мой отец разговаривал с этим миром и жил в нем. Сейчас он говорит с нами своим искусством, тончайшими акварелями, в которых показана вся хрупкость этого несовершенного мира. Он видел весь этот мир слишком тонко и изнутри, и очень переживал. Он оставил нам свой мир, чтобы мы наслаждались им. И он оставил нам частичку своей любви в своем искусстве. Его след исчез в конце пути, но его любовь всегда остается рядом.